Всем здрасте. Как я привязываю поводок к основной леске? Ну вот, буду показывать. Тут не видно, наверное, будет как. Буду показывать вот на этом. Типа вот ушко поводка. Это будет у нас леска. Просовываем в ушко. Так вот, просунули. Просовываем еще раз вот этот конец. Получается такое колечко. Этот конец просовываем сюда. Ну, типа простой узел. Затягиваем. Тянуть нужно только вот за этот конец. За эту леску тянуть вот так вот не надо. Потому что узел будет слабже. Просовываем еще раз. Опять сюда. Подтягиваем. И еще разочек. Ну вот так вот. Трех узлов будет достаточно. Ну вот и все. Узел, это я уже проверил. Держит он не хуже других морских узлов и там каких-то восьмерок. Леска это держится хорошо, здесь не отрывается. Ну естественно, если ее тянуть там, она по-любому оторвется при любом узле. Ну как-то вот так вот. Всем пока.